Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! У известного артиста Дмитрия Маликова возникли большие проблемы и со здоровьем сына, и в отношениях с дочерью. После рождения наследника жизнь певца и его супруги изменилась. Что сейчас происходит в их доме, как складываются отношения детей, рассказала утрутаролог и потомственная ведунья Сауна. По ее словам, у Маликовых семья более чем гармоничная, они будут до конца жизни вместе. Бывают пары, которые не только по образу жизни, но и по схожести в характере и во взглядах поражают всех окружающих своими теплыми отношениями в любом возрасте. К таким относится и Дмитрий с Еленой. Мысль о втором ребенке они вынашивали давно и шли к этому, взявшись за руки, долгие годы, сообщила гадалка. Но не все удалось им так хорошо. У младшего ребенка Маликовых есть некоторые проблемы со здоровьем, заявила ясновидящая. И добавила, что мать и отец скрывают это от общественности и всеми силами пытаются поставить малыша на ноги. СМИ сообщали, что старшая дочь певца рада и полностью поддерживает родителей во всем. Но это совсем не так. Карты показали, что девушка была против появления в семье второго ребенка и отговаривала родителей от этого, отметила таролог. Стефания так вела себя не в силу своего характера, а потому, что у нее начался переходный возраст. Она привыкла быть одна и стала уже взрослой. Ее хотелось слышать от друзей, что, мол, ее родители на старости лет решили завести себе еще ребенка. Девушка хотела избежать этого, вот у нее и включилась защитная реакция, пояснила Сауна. Дмитрий и Елена будут воспитывать сына сами, старшая дочь не захочет им помогать. Она будет все больше отдаляться от них. Сын маленький, и он займет у Читы много времени и внимания. Стефания же начнет их упрекать и напоминать, что говорила им о возможных проблемах, сказала гадалка. Жена Маликова сначала долго пыталась родить сама, но в результате супруги обратились за помощью к суррогатной матери, напомнила ясновидящая. Несмотря на некие трудности и практически отказа старшей дочери от всего, жизнь супругов останется прежней. Они будут поднимать второго ребенка и стараться сделать все, чтобы никакие трудности не помешали их счастью, заключила Сауна. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!